Всем привет! Начинаю снимать новое видео. Мы сегодня с Анваром пришли в магазин турецких товаров. Ну и наши, конечно, здесь есть, но мы пришли специально за вот этим чаем. Чай кур, потому что у нас закончился, Анвар его любит. И в этот раз мы будем встречать гостей, он хочет им заварить турецкий настоящий чай и приготовить турецкий чорба. Тут много чего есть. Турецкого сейчас еще пройдемся, посмотрим. Ну, здесь и обычные наши товары есть. Вот они, турецкие семечки. Помнишь, мы брали такие огромные пачки? Турецкие семиты, булочки, лакомки разные есть. Выпечка. Тут даже есть чукур. Это типа этот энергетик. И сейчас мы пришли, ловили мама с сестренкой двоюродной, ходим сюда на фитнес-микс. Я сейчас ухожу с тренировок, в раздевалке никого нет, поэтому для вас снимаю. Занимаюсь на фитнес-микс, с двоюродной сестренкой ходим, ловили мама. Это где детский мир по Гоголя. Очень мне прям нравится. Тут еще такая атмосфера классная, прям шикарная. Вот сейчас мы пойдем, наверное, пообедаем с сестренкой и пойдем возьмем в магазине продуктов и дальше уже по домам. Такие вот дела. У нас на улице пошел дождь, мы сейчас зашли в плазу. И снова зеркало, и снова я. Меня сегодня много. Мы пришли в Белладжио, заказали себе боулы, чтобы перекусить после тренировки. Полезно перекусить. Пока придерживаемся сестренкой питанию. Не знаю, насколько нас хватит, но мы стараемся. Мы тут вышли с обеда и встретили вот этих девушек. Они тут гуляют. У Фатимы все, школа закончилась, она гуляет сегодня. Отмечает, да? 8 класс перешла, машала. Ну давайте, ладно, удачи вам. Пока. Мы зашли во Фрунзе. Эко-продукты. Я хотела хлебцы себе взять. Вот эти, да? От доктор Корнер, да, по-моему? Нужно было. Тут нету. Вчера помыла свои окна. Теперь могу показать вам свои орхидеи, которые цветут. Тут у меня набирают бутоны. Это у меня пенив. А здесь вот дикий кот. Я брала его вообще не цветущим. Без листьев вот этих двух был сломанный лист, и вот этот один и с той стороны был чуть гнилой. Но он нарастил вот листья у меня и теперь раскрывает свои бутоны. Очень красивый такой дикий кот. Смотрите, какая расцветка красивая, машала. А дальше здесь у меня биглип тоже прям весь расцвел. Такой красивый прям цвет, насыщенный, машала. Здесь эти малыши еще не цветут. Тут тоже есть небольшое цветение. Кто-то вообще срезает, когда у них по одному, по два цветут, но я не срезаю. Я люблю, когда есть хоть несколько цветочков. Посмотрите, тоже очень красивые. Там еще бутоны набирает. И вот этот дикий кот у меня уже цветет, наверное, 4 месяца где-то. Очень такой красивый. Я срезала две веточки, потому что там уже цветы отцветали. А здесь еще они такие живые. Ну и вот эта желтая с розовой губой тоже набирает постоянно бутончики. Как отцветает, сразу начинает цвести. Вот здесь вот бутончик. Здесь тоже начинают уже. Такие мои орхидеи. Мы сейчас приехали в Каннскую почту. Моя посылка... Моя посылка ушла не туда. Поэтому мне сказали забрать с Канта. Здесь прям все так преобразилось. Пооткрывали много красивых магазинов. Здесь прям озеленили так красиво. Сделали флаг Кыргызской республики. Прям классненько. Вот такие вот бутики. Тут и одежда, и еда, и всякие такие еще штучки. Цон здесь, представляете? Да, тут, кстати, еще цон. Центр обслуживания населения. Сейчас зайдем, здесь, соберем. Документы, все паспорта, все здесь делается.
получили посылочку. Такой пакетик нам пришел. Посмотрим сейчас дома, что же там. Кстати, здесь общий вход уже сделали в ЦОН. Здесь у нас ЦОН идет. А здесь почта. Мы после Канта приехали здесь в одно место, где течет артезиан. Как-то я показывала, здесь прям ключом било. Но его закрыли, перекрыли. Вон там вот. Забрал кто-то эту воду себе. И вот здесь. Знаешь, сколько? 1000 метров с чем-то, по-моему. 1200 да? метров. Глубина. Вытащили вот такой вот такой шланг. И вода здесь течет, можно набрать. Мы сейчас наберем домой в бутылки. В Канте были еще на базаре продуктовом. Взяли клубнику, овощи. Хочу сейчас сразу тут клубничку отмыть. У нас сейчас клубничка 250 грамм сом. Местная уже, такая вкусная. Ну что, девчонки, у нас сейчас будет видеообзор. Распаковка детской одежды с фабрики «Осьминожка». У них свое производство детской одежды с нуля и выше. Также есть махровые какие-то изделия. А постельное белье, детская одежда. Я вам сейчас покажу, что же я заказала для своих детей. Пришла ко мне прям огромная такая большая посылка. Половину я сейчас вытащила, чтобы легко было вам показывать, удобно. В общем, я заказала для своих мальчиков постельное белье. Постельное белье у них идет из сатина, премиум класса, прям высококачественный сатин у них. Заказала вот такие вот расцветочки, которые там были, Ильясик. Умару вот такой вот. Сейчас я хочу раскрыть, посмотреть, потому что я сама еще не трогала, не смотрела. Но Анвар трогал, прям качество, говорит, классное такое прям, да. А для детей именно хорошо. Да, прям хорошее. Чувствуется прям постельное, потому что детям нужно особенно хорошее постельное. Когда я узнала, что у них постельное именно сатин, премиум класса, высококачественный такой, то обрадовалась и заказала в первую очередь. Здесь у нас идет наволочка, пододеяльник и простынка. Я сейчас тоже, когда расстелю, вам обязательно покажу. У Ильясика такой светло-голубенький цвет. Дальше постельная у нас идет у Умара. Здесь размеры тоже все указаны. Я Ильясику взяла на его кроватку манежку. А у Мары уже полуторку, да, получается, идет эта полуторка на его кроватку. У Мары такая светлая расцветка с самолетиками, с животными какими-то, вот такое вот красивое. Люблю так светлое постельное у детей, да и у себя. А качество тоже прям классное, сатин премиум. Тоже здесь идет, получается, пододеяльник, простынка и наволочка. А что хорошо, девочки, цены у них совсем невысокие, цены очень даже адекватные, особенно для постельного белья, для полуторки, для односпалки. Цены очень даже хорошие, я вам потом ссылочки оставлю, вы можете посмотреть цены. Так, и следующее у нас здесь идет махровое изделие. Давайте посмотрим. Тут у нас идет такой махровый халатик, что классно, его можно использовать после ванной, после бани, да, ребенка просто сюда закутать, капюшон уже полностью одеваешь и вытираешь, воду очень хорошо впитывает, также можно взять с собой куда-то, когда мы отдыхать, например, на Иссык-Куль едем, тоже вместо полотенца, детям очень удобно, ну, такой классненький еще поясочек есть. Ну а следующее полотенце тоже махровое, у нас идет такое красивое тоже, это уже для Ильясика. Вот такое вот полотенце, такое довольно-таки большое, что можно трехгодовалого ребенка сюда закутать легко. И еще, что классно, здесь идет такой капюшончик, можно вот так вот накинуть на головку, закутать, да, после пляжа, например. Ну или дома, когда используете после ванной комнаты, тоже такое классное, махровое. Очень понравилось. И размер такой, и тоненькое такое, классное. Так, дальше у нас идет уже одежда детская. Сейчас покажу вам. Это у нас идет для Ильяса. Вот такая вот пижамка, кофточка с длинненьким рукавом. И штанишки, получается, на резиночке. Такой тоненький, можно сейчас одевать. Очень удобно ночью, да? Да, и даже можно днем, да, одеть. Такой вот невесомый цвет. Классненький. Тоже здесь идет натуральный хлопок. Так.
Так, и следующий тоже костюмчик такой. На лето я заказывала Ильясику. Но здесь уже идут шортики вот такие. Это у нас такой камуфляжный принт мальчиковый. И футболочка такая вот. Как раз сейчас у нас жара, одевать тоже попозже померю, покажу. Давно такого у нас рода видео не было с вами, когда я показываю обзор одежды с каких-либо сайтов. Здесь тоже это идет хлопковый комплект такой. Ну и последнее, это идет такая вот толстовка на Ильяса. Тоже снаружи идет хлопковая, снутри такая утепленная. Очень прям качественные вещи. Никакой аллергической реакции у ребенка не будет, ничего не будет щипать, чесать, потому что это все изделия из хлопка. Также нам тут положили такой блокнотик, так приятно. Наверное, это магнит, можно приклеить на холодильник и делать какие-то свои заметочки, записывать и отклеивать. Классно, приятно. Ну, давайте сейчас расстелим постельное белье, покажу вам, как смотрится, и также будем примерять вещички. В общем, не сдержалась, решила сейчас постелить, а затем уже постирать. Ну, то есть хочу посмотреть и вам показать, как смотрится. Но на ощупь мне прям очень-очень нравится. Это фабрика «Осьминожка». У них собственное производство. Фабрика находится в Подмосковье, Московская область, Раменский район. Качественная одежда, постельное белье, махровые изделия, как я и говорила. Многое другое для деток от 0 и выше. У них очень адекватные цены, и постельное белье это высококачественный натуральный сатин. Внутренняя поверхность слегка такая шероховатая, поэтому просто из такой ткани не сворачивается, не скручивается во время сна. Постельное белье из сатина не электризуется и не линяет, почти не меняет и не садится в процессе использования. Чтобы приобретенный вами комплект дольше мог вам служить, сохранять свой первозданный вид, необходимо правильно за ним ухаживать и следовать простым рекомендациям по уходу. Также, девочки, хочу вас порадовать, что вы можете получить 5% скидку на свой заказ. Для этого нужно написать в группу «Контакт» осьминожки и написать «Хочу скидку» по промокоду «Мама-блогер-руки-я». И тогда вы получите еще плюс 5% скидку. Так что, девочки, оставлю для вас ссылочки в описании под видео, а в закрепленных комментариях обязательно переходите, смотрите, там много интересного. Я думаю, каждая мамочка может найти для своего ребеночка что-то интересное. И также я расстелила Ильясу белье, что мне очень понравилось в постельном белье, то, что есть вот такие вот резиночки на самой простынке. Ее можно вот заправить, получается, на матрас. У нас как раз вот на манежке такой матрасик, туда вот заправить, и она не будет никуда двигаться. Также мне понравилось то, что здесь на одеяльцах идет потайной замок. То есть вы заправляете одеяло под одеяльник и закрываете, этого замка почти не видно. Очень удобно, так ничего не мешается, ни пуговки, ничего, да. Обычно я с пуговками не очень люблю, потому что там все равно одеяло немножко выпирает, а здесь прям все полностью закрыто. Вообще супер, мне очень-очень понравилось. Также надела вот показать вам, как смотрится подушка, наволочка. У нас у Ильяса ортопедическая подушка, поэтому чуть-чуть наволочка большая по размеру, но ничего страшного. А так мне прям очень понравилось. Дальше мы пошли с детьми мерить одежду. Ильяс у нас был немножко не в настроении, такой заплаканный, держит деньги и все время говорит: пошли в магазин. Анвар, когда ему дает мелочь, он все время просится в магазин, и пока не сходит, он, в общем, не успокаивается. Здесь мы вот мерим, смотрим, кому что подходит. Ну, нам все очень понравилось. Ильясику тоже и костюмчик, и полотенце. Он у меня прям так позировал послушно, Ильяс, потому что думает, чем быстрее я буду лучше позировать, мы снимем обзор, и я пойду в магазин. Хотя это было уже у нас поздно вечером, но все же он хотел в магазин, просился. В общем, вот так вот померили для вас, чтобы показать. Что-то большое немножко, что-то как раз, в общем, все нормально. Благодарю вас всех за просмотр, за ваше внимание, уделенное время. Не забывайте, оставляю ссылочки в описании под видео.
Мы сейчас идем. Да. Мы сейчас у нас в городе. После процедуры мамы, я с мамой ходила. И зашли вот прогуляться в парк. Там какой-то праздник идет, дети поют. Как хорошо, зелень, прям свежо. Здесь у нас школьники, наверное, да, что-то справляют. Катюшу поют. Кого она любила? Там что-то идет, короче, сейчас поближе пойдем, посмотрим. Здесь еще ярмарка какая-то идет. Ага. А сегодня какое число? 27 мая же? Не знаю, там что-то фотки чьи-то. Смуглянку хотим, молодежь. Здесь смотрите, Каракольская ждем. Ты хочешь что-нибудь? Что-то праздник такой. Как классно, да? Весело. Фонтанчики такие. Вообще классно в городе. Я говорю, надо с детьми приезжать здесь. Гулять вот так вот. Мама уже считает шаги. Мы уже какой 2000? Мы уже где-то 3,5, наверное, прошли. Да. Да. Маме вот надо сейчас ходить побольше, кровь разгонять. Там тоже все красиво.